Здравствуйте, с вами канал «Вкусный огород Барнаул». Середина августа, и моя кукуруза начала поспевать. Каждый год выращиваю некоторое количество кукурузы. В этом сезоне использую три сорта. Это мой любимый сорт «Тройная сладость». Вот эта кукуруза. И видно, что початки уже спелые. Это легко определить по вот такому подсыхающему хвостику. Ну, кроме того, легко развернуть початок и просто визуально убедиться, что зернышки вполне нормальные. Вот видно, что зерна у этого сорта полностью поспели. Самое время использовать. Початков завязалось, может быть, не очень много. Обычно, ну, где-то 1-2 початка на растении, редко 3. Но этого вполне достаточно, чтобы кукурузы хватало для собственных нужд. Кукуруза, помимо прочего, служит еще и кулисой для огурцов. Початки уже сформировались полностью. Надо уже производить уборку. Используем кукурузу в основном в свежем виде. Ну и запекаем в собственных листьях и замораживаем на зиму. Да, вот видно, что кукуруза и здесь тоже практически полностью созрела. Затягивать с уборкой нельзя, хотя некоторое количество початков можно оставить и дальше доспевать, потом их обшелушить и использовать для приготовления кукурузной крупы. Так тоже иногда делаю. Тройная сладость, как всегда, не подвела. Второй сорт кукурузы тоже мне хорошо известен, это сорт царевица. Вот эта кукуруза. Так же, как и тройную сладость, выращивал из собственных семян этот сорт. Но здесь, по-моему, еще немного кукуруза отстает. Чуть-чуть она еще не доспела. Ну, посмотрим вот сейчас еще вот этот початок. Немножечко очищу. Неудобно. Хотя нет. Да, царевица. Царевица, похоже, тоже полностью поспела. Хотя хвостик не такой сухой, но тем не менее зерна полностью готовы. Вот видно, можно срывать и использовать. Даже не можно, а нужно, потому что вот в такой стадии кукуруза наиболее вкусная при приготовлении в духовке. Царевица очень хороший сорт, можно считать, что выросла неплохо. В этом сезоне не удалял пасынки, решил посмотреть, что получится. Пока определиться никак не могу, как лучше выращивать кукурузу с пасынками или без. Дело в том, что на некоторых пасынках, вот здесь вот видно, все-таки завязались початки. Вот этот початок на пасынке. И поэтому в целом початков даже побольше. Вот на кусту кукурузы, вот на этом раз, два, три, ну и четвертый початок маленький. Это больше, чем когда пасынки удаляются. Ну, насколько хорошие початки, это буду решать потом при таком выращивании. Ну, несомненный плюс такого способа, что не надо возиться с пасынками. И вот в этом году этого не делал, и кукуруза в сущности выросла неплохо. Но далеко не на каждом пасынке, конечно, початки выросли. Но, тем не менее, все-таки, я считаю, можно пасынки не удалять. Здесь еще много зависит от сорта. Так что царевица, повторюсь, полностью поспела. Да, надо с ней заниматься. И, как всегда, пробую какой-нибудь новый сорт каждый сезон. В этот раз апробацию проходит сорт «Лакомка». Название очень меня привлекает. У меня есть подсолнечник «Лакомка», очень хороший. Ну, может, и кукуруза «Лакомка» окажется тоже неплохой. И вот посмотрим, в каком состоянии початки. Хвостики вроде бы подсохли, но какие-то початки не очень крупные по сравнению с другими сортами. Сейчас немножечко посмотрю, что с зернышками. Так. Ну, в принципе, зернышки практически поспели. Сверху немного еще недозрелые, но это не значит, что початок нельзя срывать. Да, початок можно срывать. Но сразу видно, что зернышки у этого сорта помельче, чем у тех сортов. Не знаю, конечно, какого они вкуса, непременно попробуем. Ну, в целом, початки неплохие. Ну, вот видно, что и початки чуть-чуть поменьше, и зернышки немного поменьше. Ну, этот сорт «Лакомка» тоже начал поспевать к середине августа. Так что вывод можно сделать следующий. Все три сорта
начали активно поспевать. Сейчас будем заниматься заготовкой кукурузы, заморозка на зиму. И, конечно, ее можно с большим удовольствием кушать. Итоги сезона можно подвести следующие. Кукуруза в целом выросла неплохая. Чего я пожелаю всем огородникам: выращивать кукурузу, получать хороший урожай, кушать ее с удовольствием. Всем всего самого доброго. До свидания.